Ребята, всем привет! С вами снова Орлов Павел. Сегодня я вас хочу поздравить с 75-летием Победы. Хочу вам рассказать стих, который я выучил. Стихотворение называется «Памятник». Его написал Георгий Львович Рублев. Это было в мае на рассвете. Стоял у стены рейхстагобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльном мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. Куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Но тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под расстрелом полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Многим детям возвратили детство, подарили радость и весну. Дедовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоял в века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.